Здравствуйте. Я хочу сдать кровь на постковидный синдром. Те, кто болел коронавирусом, знают, новая инфекция нередко бьет по разным системам организма. Проверить, нужна ли вам помощь специалистов, очень просто – сдать кровь в лаборатории инвитро. Здесь появилась специальная услуга – диагностика постковидного синдрома. Это специальные комплексы, которые подобраны врачами для того, чтобы посмотреть, все ли нормально с организмом после заболевания, либо появились какие-то ослабленные места, которые нужно вовремя подлечить. Список внушительный. Клинические и биохимические анализы, гликированный гемоглобин, глюкоза, креатинин, кальций, магний, цереактивный белок, ТТГ, тропонин и количественные антитела к коронавирусу. Все это за один раз и за 4 500 рублей. Для анализа берется венозная кровь, результаты будут выполнены в течение 3 рабочих дней. И после результатов можно получить бесплатную консультацию нашего врача. Частная лаборатория экспертного уровня инвитро предлагает более 2700 видов исследований, в том числе анализы на ковид, тест на отцовство, аллергокомплексы. Ирина Бельченко впервые обратилась в офис компании и осталась довольна. Просто я живу тут рядом, мне очень удобно. Шла по пути с работы и зашла сюда, сдала кровь. Вот. А очень понравилось, девочка молодец, с первого раза попала, у меня очень сложные вены. Вообще молодец. Если по какой-то причине вы не можете прийти в лабораторию, есть услуга выезда специалиста на дом. Действуют выгодные акции, например, всем пенсионерам скидка 10%. Офисы инвитро работают каждый день с 7:30 по адресам Пушкина 60, Чечерина 149 и Некрасова 117А. Анна Клыга, Алексей Шаповалов, Телемикс.